Если ты любишь подсветку так же, как хозяин этой квартиры, то тебе к нам. Здесь светодиодная лента установлена по всей площади. В комнатах, на кухне, в ванной и даже в шкафу. Декоративные багеты по потолку и стенам, за которыми прячется лента, мягко рассеивают свет и создают необыкновенный эффект невесомости. Парящий в 10 сантиметрах над полом шкаф только усиливает это впечатление. По дизайнерскому решению в основных помещениях, кухне и гостиной, была вмонтирована RGB-лента с Wi-Fi контроллером. Плюсы такого решения – полная независимость от пульта управления. Даже если наш клиент его потеряет, то с помощью специальной программы для смартфона он сможет управлять и цветами, и яркостью. Также здесь, по желанию заказчика, использовались абсолютно бесшумные блоки питания. Они спрятаны в потолке и нише, и про их существование можно забыть. Вы не услышите никаких звуков. Для подсветки потолка ванной комнаты использовалась влагозащищенная лента белого цвета. Ее основное отличие от обычной ленты – силиконовое покрытие. Именно оно делает ленту невосприимчивой к сырости. По проекту декоративная подсветка включается вместе с небольшим вентилятором вытяжки. Лента и вытяжка находятся рядом. Защита из силикона здесь необходима, так как весь пар будет вытягиваться мимо подсветки. Обычная RGB-лента пошла на подсветку шкафа. Благодаря стараниям дизайнера белый монолит гардеробной взлетел над полом и при определенном ракурсе больше напоминает космический корабль. Подсветка, выполненная нашими монтажниками, только добавляет эффекта невесомости. Это единственная часть в квартире, где лента закрывалась матовым рассеивателем и монтировалась в алюминиевый профиль. Маленькие профили заранее были встроены в шкаф. Наш заказчик доказал, что подсветки много не бывает, особенно если правильно ее разместить.